Добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз тоже связана с чехлом. В прошлый раз мы рассматривали чехол для SSD-накопителя NVMe Orica, специально для внешнего бокса, куда и помещается этот твердотельный накопитель. Ну а в настоящее время пришел тоже чехол-сумка, так называемая, для жестких дисков, ну либо твердотельных накопителей формата 2,5 дюйма. Но мы будем использовать его в других целях. Заодно померим, как влазит туда внешний бокс, куда размещаются эти накопители и жесткие диски. И основное, где мы будем это применять, это непосредственно тот мультиметр, который будем хранить и использовать при помощи этого чехла сумки для переноски до места использования. Давайте смотреть, что у нас здесь пришло. Да, кстати, пришло все достаточно быстро, больше 2 недель или около того. Пришло в таком состоянии. Возможно, была даже консолидация посылок, что несколько товара разместили в одну посылку и отправили из Китайской Народной Республики AliExpress. Давайте смотреть, приходит оно вот в таком состоянии, ну помимо стандартных серых, черных, желтых пакетов, которые находятся снаружи. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде, покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Вот пришел в таком пакетике. Он здесь вот. Обозначение его, кстати, у продавца, он числится, что помещается туда пирометр. Здесь он достаточно гладкий. Из минусов, вот здесь вот нет петли или хрястика, как так называемого, для того, чтобы поставить карабинчик, либо ремешок для переноски на кисти. Ну и внутри стандартное пространство. Здесь у нас резиночка. Такая вот. А с этого сеточка, куда помещается кабель, ну либо другие какие-то сопутствующие вещи. Так, давайте сейчас будем примерять. Сначала примерим бокс для внешнего жесткого диска либо твердотельного накопителя формата 2,5 дюйма и сопутствующего вместе с ним кабеля для того, чтобы соединять компьютером, ноутбуком и другими устройствами. Так, ну, вот в таком вот виде это все дело и размещается. Дальше закрываете, либо храните, либо переносите у себя в сумке, в других аксессуарах, где вы обычно носите данное чехол сумку и бокс для жесткого диска либо твердотельного накопителя. И давайте второй вариант проверим, как помещает туда мультиметр. Мультиметр этот был в моем канале, все желающие могут посмотреть комплектацию и примеры использования. Так, ну уберем пока то, что у нас лишнее. Вот и влез у нас мультиметр. Как вариант продемонстрирован, где он находится внутри, хранится и переносится. Можно, конечно, документацию убрать, положить сюда шипы, но здесь нужно внимательно смотреть, чтобы у вас переместилось. Ну, тоже помещается. Единственное, здесь момент, надо глубже утапливать. Лучший вариант, когда вот сюда размещается. Без проблем. Я вам продемонстрировал возможности чехла сумки для размещения либо бокса для жестких дисков, либо твердотельных накопителей формата 2,5 дюйма, либо можно сюда же разместить на мультиметр Anenq для того, чтобы хранить, транспортировать и использовать в дальнейшем в тех местах, где необходимо вам его применить. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию.
Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.